Спортивная 8. Я вас тоже могу снять. Говорите. Да, спортивная 8. А я не давала разрешения. Мне без разницы, вы клеветуете на меня, то, что я в алкогольном опьянении. Да, дело в том, что я села в такси, указала правильно подъезд. Я не понимаю, в чем ошибка программы, либо приложения, как, ну, я не могу ответить. Дело в том, что я села в такси, и просто мужчина, он начал такие вещи говорить, мне даже стыдно сказать. Во-первых, он начал меня оскорблять, он начал домогаться, господи, пожалуйста, приедьте. Я сейчас вам скажу. Девушка, вы серьезно? Девушка, вы серьезно? Он домогался, он меня обнимал! Помогите! Помогите! Это ужас, просто я пальцем не трогаю женщину. Девушка! Девушка. Блядь, сейчас меня этого не хватит. Девушка. Девушка. Девушка, с вами все хорошо? Девушка. 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 Блядь. Девушка. Девушка. С вами все хорошо? Девушка, блядь. Женщина, помогите, вызовите скорую, пожалуйста, кто-нибудь. Ё-моё. Девушка.